ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله يا أيها الذين آمنوا الله ولا إلا وأنتم любимые братья в Исламе, нет такого человека на этой земле, какой бы он национальности не был, какой бы вере он не был, который хочет счастья в этой жизни. Все люди из нас, все мы хотим счастья. Многие Убеждены, что главным источником счастья является накоплением имущества. Я не спорю, братья, имущество играет в нашей жизни большую роль. Но далеко, но далеко не каждый обладатель денег является счастливым. Напротив, мы слышим, что те, которые имеют богатство, относится к нему, растрачивая его на ненужные дела. И деньги становятся для этого человека беспокойством, как в этой жизни, так и в следующей. Среди нас есть те, кто ищут счастье в приобретении положения, в том, чтобы тебя уважали в обществе. И она становится причиной настоящего счастья, если обладатель тот, кто обладает положением уважения в обществе, действительно боится Аллаха. Зная, что любое благо, которое Аллах дает, является аманой, которую Аллах тебе дал на хранение. И эта амана еще больше обязывает того, кому Аллах даровал это богатство или его знатность, почет, уважение в обществе, чтобы он делал праведные дела. Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал Абузару, одному из своих сподвижников, «Я Абузар, поистине оно высокое положение является всего лишь аманой, является всего лишь тем, что тебе доверено, а в судный день она окажется позором и сожалением». Кроме тех, кто выполнял свои обязательства, кроме тех, которые хранили то, что им доверено. Высокое положение, братья мои, и деньги, которые Аллах нам дал, еще больше обязывают нас придерживаться правоты. Потому что такие люди, у кого есть имущество и авторитет в обществе, имеют какой-то вес в обществе, их решения влекут за собой намного более серьезные последствия, чем простого человека. И поэтому тот, кто является обладателем богатства и уважения среди людей, он должен больше всего бояться за то, что Аллах возложил на него. Из людей есть те, кто считают, что ислам это тягость, это тяжелая ноша, это неудобство, и считая, что в настоящем счастье живут только те, которые не в исламе. Мы, дорогие мои братья, мы не отрицаем того прогресса, в котором превзошел Запад и Европа. В материальном, материальных отраслях но наша жизнь, мы должны знать, что не является целью ⁇ это материальный достаток. Западная цивилизация, братья мои, делает все, что доставляет удовольствие своим телам, что доставляет удовольствие своему нафсу. Всеми возможными способами но мы не являемся братьями мои просто телом, простыми телами. Знаете же, что человек без имана не ведет полноценное существование. Потому люди Запада, несмотря на свои достижения, часто испытывают замешательство и растерянность. И знаете же, Братья мои, что они достиг, достигнув этих высоких открытий изобретательности, знаете же, братья, что самое большое количество абортов в западных странах, самое большое количество алкоголиков и наркоманов в западных странах, самое большое количество душевно больных в западных странах. Самое большое количество самоубийств тоже в западных странах. Эти люди депрессивные, блуждающие в полной темноте, которые ищут счастье доставлением удовольствия своих страстей, дойдя уже до, до, до таких вещей, которые постесняются совершить даже животные в дремучем, в дремучем лесу. Аллах сказал в Коране, а тех, которые взяли свой навс, свою прихоть, свою страсть. а Разве ты не видел тех, которые взяли богами, тех, которые взяли себе Господа, свои хава, свои страсти? И мы знаем, что их страстям нет предела, братья. И они все время в беспокойстве. Они не могут найти себя в этой жизни. Сегодня мы свидетели того, что творится вокруг нас. Как эта мода западного куфра перешла и к нам, которые всегда бьют себя в грудь, говоря, мы горцы, мы мусульмане. Однако следуют моды этого Запада, о которых больше всего самого нехорошего, что все, что творится в этой дунии, творится у них. Наша молодежь взяла от них много примеров. Наши сестры, заместо того, чтобы растить и воспитывать своих детей, взяли с них моду и целыми днями занимаются только своим навсом, делая все, чтобы удовлетворить свою страсть. «Иляху хава» — взяли господами, богами свои страсти. У этих людей, у людей Запада нет никакой религии. Ихняя религия — это ихняя страсть. И они целыми днями изощряются, изощренных формах придумывают, как бы удовлетворить свой навс. И это пришло к нам. И это пришло к нам. Наши женщины, наши сестры становятся похожими на этих западных людей, у которых нет никаких ценностей, никакого уважения к женщине, ни к мужчине. У них все перемещалось. Женщина и мужчина, они считают, что это на одном уровне. Сегодня мы сами видим, братья мои, когда наши сестры становятся похожими на них. Сегодня мы видим, как наши братья, те, которые окружают нас, становятся похожими на них. В своей одежде, манере разговора одеваются, как реперы. Кепки, как у них одевают, брюки, которые висячие, ниже, почти уже задница видна. Вот такое бесстыдство. И мне приходят в голову слова, которые произнес, слова, которые произнес имам Гази Мухаммад. «О горе вам, горцы, и я соболезную вам». Вы стали рабами, вы стали, вы стали прислугой врагам. Это уподобление взяла такой большой характер, который стал обычным делом. Для многих мусульман в наши дни, безусловно, одним из самых тяжких грехов, которые невежественные люди совершают и которые, уподобляясь этим кафирам, делают на свадьбах, проводят дискотеки, зовут певцов даже из-за границы. И так же, как эти западные бесстыдные люди совершают зина. И вот тогда, когда этот прогресс будет дальше вот так идти, уже мы будем говорить, что самые большие прелюбодеи здесь, самые большие, где аборты делают здесь, самые большие, где наркоманы здесь, самые большие душевных, душевно больных здесь. Мы дойдем до этого, что потом мы будем говорить о себе вот так. Многие, боясь о том, что скажут, вот этот человек, он, как не все, никак нормальный, не провел свою свадьбу, как положено, как они считают, ставят хамр, который Аллах проклял, кто употребляет его, и делают свадьбы, навлекая на себя проклятие Аллаха. И о запрете этих, этого хамра Хамра есть много хадисов и аятов из Корана. Это лишь некоторые из грехов, которые следует избегать, когда делаешь свадьбу. Исключить хамр и исключить того, чтобы там были песни и танцы, и смешивание людей. Знаешь же, вступая в брак, брат мой, ты закладываешь фундамент своей будущей семейной жизни. И если этот фундамент не соответствует требованиям Аллаха и его посланника, саллиллаху алейхи вассаляма, эту семью подстерегают большие опасности в наказании за совершенный грех. Когда у вас в семье, братья мои, происходит какая-то беда, испытание, это может быть или испытанием, или наказанием. Вы говорите, за что мне это? Аллах отвечает, за что это вам. Любое бедствие постигает вас лишь за то, что приобрели ваши руки. И он прощает вам многое. Сегодняшний мир, этот мир лишен душевного спокойствия. А душа, не обладающая душевным спокойствием, не способна испытывать счастье даже при наличии большого достатка денег. Аллах сказал в Коране, кто последует моему верному руководству, не окажется заблудшим и несчастным. Те, которые не последовали руководству Аллаха, те стали заблудшими и несчастными. ومن أعرض أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى أكتو أتفير نوتسا أتباميناني الله تاو تجولة جيزن أفدين واسكرسينية سودن الله говорит «Мы его قال ربي قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا он скажет господи почему ты воскресил меня слепым если я раньше был зрячим قال كذلك الله جاء فِي همو قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى он скажет, наши знамения, когда пришли к тебе, но ты предал их забвению. Ты не стал это слушать. Таким же образом, сегодня ты сам будешь предан забвению. Сегодня и ты будешь забыт. Так Аллах говорит, мы воздаем тем, кто излишествовал и не уверовал в знамения своего Господа. А мучения в последней жизни будут еще более тяжкими и длительными. Что же ислам? Что же ислам? Ислам является источником полноценного счастья, братья мои. Чему доказательством являются времена, когда религия Аллаха обрела силу. Путь, который Аллах предписал своим творением, обеспечил на этой земле и безопасность, и благополучие, и спокойствие, и счастье. Причем не только для мусульман, при помощи которых Аллах возвысил свою религию. Но эта безопасность была тем, которые жили в тени ислама. Эта безопасность была для иудеев и христиан, которым посчастливилось жить под тенью исламских законов. Примером справедливости законов Аллаха, примером справедливости законов Ислама, это история четвертого халифа Али, Аллаху анхум. Когда у него упал щит, его подобрал иудей. И когда Али узнал, что этот иудей взял этот щит, который у него упал, несмотря на то, что его положение было высоким, несмотря на то, что Али являлся халифом мусульман и мог силой забрать этот щит, он подал на него в суд. Али, ради Аллаху, ангум, подал в свой суд на этого иудея, находясь Находившись на суде, судья обратился к Али по имени его отца, сказав, о Абу Хасан, у арабов это считается более достойным, когда ты обращаешься по имени его отца или по имени своего старшего сына. И тогда Али, рады Аллаху, возразил ему и сказал, обращайся к нам одинаково этот судья обратился к этому иудею по имени. И тогда Али сказал, так как ты уважительно обратился ко мне именем моего отца, так и к нему же обратись этим же уважением. Справедливо. После чего этот судья спросил Али, какое доказательство ты можешь привести в том, что этот щит является твоим. али рады Аллаху анхум, сказал, я его не давал и не дарил ему. Еврей же ответил, что это мой щит, и говорит, а повелитель правоверных верных не является лжецом. После, после чего судья спросил о доказательствах, как это следует в шариате. Сторона, которая заявляет о своих правах на имущество, должна предоставить этому доказательство. На что Али ответил, что у него нет доказательств, что, что это его щит. Хоть судья знал, братья мои, хоть он знал, что Али ради Аллаху Анхум не будет врать, и это его щит, но доказательств у него не было, и поэтому этот щит, этот судья сказал, что он остается этому иудею. А что же иудеи, братья мои? Иудей, уходя из этого суда, размышляя над тем, что повелитель правоверных, Али, рады Аллаху ангум, подал на него в суд, в его суд, подал на свой суд на этого еврея. Этот еврей, размышляя об этом, подумал, это же истина. Он вернулся к Али и сказал, я амирул муминин о повелитель верующих, поистине это твой щит, и он упал с твоего верблюда, и я его поднял, и я свидетельствую, что никто и ничто не достойно поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад, саллиллаху алейхи вассаляма, является его рабом и посланником. На что Али ответил, на что Али, ради Аллаху, ангум, ответил, и я дарю его в честь твоего принятия ислама. Аллаху Акбар. Иудеи и христиане жили в мире и безопасности под тенью ислама. Об этом свидетельствует множество исторических книг. Законы ислама также обеспечивали экономическую стабильность и достаток, в, богатый, в котором богатый заботился о бедном, поборов, свою жадность и зависть. При халифе Умаре Ибн Абдул-Азизе на настолько был расцвет ислама, что они не могли найти того, кому бы дать закат. И они начали закат распределять между теми, кому было тяжело жениться, чтобы на эти деньги они могли купить мах, махр и, и сделать валиму. Ислам это справедливость. Ислам – это забота о том, кто рядом с тобой. Ислам, при помощи которого мусульмане были так возвышены в прошлом, способны возвыситься, способны возвысить мусульмане сегодня. Ислам стал причиной спокойствия и радости милость, которую способен почувствовать только му'мин. Суть счастья, братья мои, такова, что ни в этом мире, ни в следующем его невозможно достичь, не имея в своем сердце имана и не совершая хороших дел. Потому первой причиной счастья является приверженность этой религии. Аллах, субханова тааля, сказал – من عمل صالحا تكتور دلوت خروشي دلا خروشي بستوبكي ان ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحييانه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون تكتور سيرشاي بلغي بستوبكي الشيسلام موشين اجينشين الله غيرت مني одарим его благой жизнью и воздадим им наилучшим за то, что они делали. И знаете же братья, что большим беспокойством, которое терпит это беспокойство люди у которых нет религии есть, находят успокоение в исламе. у них нет успокоения, когда их постигает какое-то бедствие, у них пропадает смысл жизни. У нас же Аллах нас воспитал, что каждое, что бы с нами ни происходило, происходит только по воле Всевышнего Аллаха. Кадар Аллах. То, что произошло, произошло только потому, что предписано Аллахом. И мы что делаем? Мы обращаемся к Аллаху с хвалой. Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, мусульманину никогда не бывает плохо. И в хорошем положении он говорит Алхандурилла, и в плохом положении тоже говорит Алхандурилла. У этих людей у них нет спокойствия. У этих людей, у которых нет религии, ихняя религия становится их навс, которым они поклоняются, они поклоняются кумирам. Когда этот кумир умирает, они тоже кончают жизнь самоубийством. Когда их деньги заканчиваются, они спиваются и умирают. Потому что их надежды связаны с деньгами. Их надежды связаны с их положением. Как рассказывают у одного человека, который все деньги, все свои деньги поставил, заложил на акции. Когда, говорит, эти акции начали падать, говорит, у него в крови начал подниматься сахар потому что у него надежда на это, но нет надежды на Аллаха. Знаете же, братья, третьей причиной, посредством которого достигается счастье в этой дунии, является хорошее обращение с людьми. Абу ради Аллаху анхум, рассказывал хадис от пророка, саллиллаху алейхи тот, кто успокоит верующего, тот, кто поможет верующему в горе в этой жизни, того Аллах успокоит в следующей. А кто облегчит положение попавшего в трудности, Аллах облегчит его положение и в этой жизни, и в следующей. Аллах будет заботиться о своем рабе, пока этот раб помогает своему брату по вере. Вот такая религия Аллаха

Призывайте людей к исламу в первую очередь своими поступками, своими делами, своим хорошим нравом. Быть может, ты на своей работе или там, где ты учишься, своим хорошим, хорошим нравом, хорошим поступком мог привести в ислам людей но ты не заслужил их доверия. Ты обращался с ними плохо. Ты проявлял грубость по отношению к ним. А ведь мог призвать их к исламу. Сколько из жизни пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, у нас достаточно примеров тому, как пророку, саллиллаху алейхи вассаляма, достаточно было привести в ислам человека просто своим хорошим отношением. В Сирии пророка человек, который воевал с исламом, с мусульманами, предводитель племени, когда пришел в Медину, и пророк Алейхи встретил его, представьте, человек, который убивал мусульман, он сказал, я хочу с тобой поговорить. И пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, пригласил его к себе домой. И когда они шли по пути, он думал, это такой человек, то есть о своем враге, о пророке, саллиллаху алейхи вассаляма. Он думал, что это такой человек, как цари, которые сидят на высоких тронах, вокруг которого много слуг, Однако, что же он увидел, рассказывая это, этот враг, который был врагом? Когда я, говорит, с ним шел, то я видел, как к нему приходил бедный и просил о нужде. И пророк, саллиллаху алейхи не отгонял этого бедняка и давал ему то, что он хотел. Идя с ним вместе, он увидел, как дети бежали к Пророку, саллиллаху алейхи вассалям, своими детскими проблемами, и он их не отгонял от себя и выслушивал их. Он думал, это такой человек, как обычный царь. Размышляя, идя с ним, смотря на его поступки, когда они зашли к нему в дом, Пророк, саллиллаху алейхи дает ему свою подушку. Он удивился и обратно толкает эту подушку к пророку, говорит, нет, нет. Тот ему обратно ее толкает. И так до тех пор, пока пророк сал не настоял, чтобы он сел на эту подушку. И когда они начали разговор, пророк Саллаллаху Алейхи ему говорит, почему бы тебе не принят ислам? И Аллах открыл ему сердце, увидев его поступки его благой нрав, то, как он относится к тем, кто вокруг него. И этот человек произнес шахаду. Ашхаду аллах, илляллах, илля 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 Что есть в этой жизни больше, чем то, что привести одного человека в религию Аллаха. Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, одного человека привести в ислам – лучше, чем эта дунья, лучше, чем эта жизнь, лучше красных верблюдов, или, если так представить, самых дорогих машин. Одного человека привести в ислам лучше, чем все, что нас окружает. От этой земли до небес. А у нас было много моментов, когда мы могли своим поступком, своей улыбкой, своей справедливостью привести в религию человека. Но мы не воспользовались этим. Мы на него грубо посмотрели. Мы ему грубо ответили. Эй, кафир, иди отсюда. А разве пророк, саллиллаху алейхи вассалям, так делал? Почему пророк, саллиллаху алейхи вассалям, Аллах дал ему, чтобы привести людей в ислам? Аллах сказал о нем, «Воистине ты благого нрава, того, что нам не хватает сегодня». Наша, каждого из нас, наша цель в этой жизни, чтобы призвать людей к Аллаху, чтобы призвать людей от поклонения своим страстям к поклонению Всевышнему Аллаху. Недавно мне брат рассказывает, когда говорит, мне говорили эти бородатые, они такие, они злые, они там что-то делают. Мои друзья, говорит, были из числа мусульман. И он с ними находился очень часто. Он не совершал намаз, не выплачивал закат. Но однако, когда ему говорили, что они плохие, они такие, он видел обратное их отношение между собой, их отношение к Нему, которое побудило и открыло, открыло, его сердце к исламу. Иногда, братья, нам не хватает вот этого хорошего отношения, даже элементарного хорошего отношения между собой, чтобы тот, который находится рядом, увидев этот почет, который мусульмане друг к другу уважительно относятся, чтобы принять ислам. Каждый может стать даем, призывающим на своем рабочем месте или учебы, просто своим прекрасным поведением, чувством справедливости. И рассказывайте людям, что настоящее счастье кроется в подчинении Аллаху Субхану Та'аля и в отказе превозносить кого-либо, кроме Него и предписанного им. Поистине, братья, мы не воплотим ислам в жизнь только разговорами или увещеваниями, а видением его в нашей жизни, живя по исламу, тем, сна, тем самым снова возвысив слово Создателя на этой земле. И пусть Аллах сделает нас из подчиняющихся, Аллах сделает нас праведными, которые выполняют обещания, ازدار جواري ازدهر الناس وإيمي جوا ستوب كامي اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين وانصر الإسلام والمسلمين على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر عداء الدين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم عليك بعدائهم اللهم انصر في كل مكان يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم